14 лет назад я выпускаю кинокартину «Ох, как опозорь Казахстан». А теперь меня инструктай снова ехать Асашай на тайной миссии немножко. Я ехаю Америка! Барат! Ты что говоришь? Нет, не моя! Барат, ну стой! Люди, делай узнавай мое лицо. Надо замаскировать хер. Этот он насильник? Нет, не насильник. О, моя Брай. Буду изображать жирного американца. Ай, хороша. А где храм? В чем проблема, полисяй? У вас на крыше человек едет, да еще без ремня безопасности. В машины только мужик и медведя можно пускай. Я приехал сюда, моя дочерь в дар приношать хану одному. Мне давай платье эротитковский. Но это чехол для одежды. В нем носят одежду. Нравится? И мне она нравится. Прошу приветствовать Сандра Джессика Паркер Драммонд. Вот это давай, с ребенкой. Женская консультация. У меня ребенка выгинай. Вытаскивай его наружу? Нет, никак, мы таким не занимаемся. Я неловко немножко. Это же я и ребенку туда засовай. А ты в свою дочерь засовай? Нет, не приходилось. А где вся народ? Так все по домам сидят, чтоб вирус не распространялся. Ты меня к себе в хату звать? Да хоть бы карантин не кончай совсем. А что опасный самый? Этот вирусай или демократы? Демократы, демократы. Я буду вирусай убивать? Так ты его не видишь даже. Да вот же ж. Против вируса оружие такое. Так это его засыпай, чтобы. А он когда заспать... Твоему отцу еще учиться и учиться. Моя отец – самый умный человек на плоской земле. И хоть риск распространения вируса остается низким, как сказал вчера президент, мы готовы к худшему. Майкл Пеннис, я тебе девка притащить! Барат, после следующей фильма картина. Ты меня фистинг, теперь я тебе фистинг. Как больше нравится, я тебе или ты меня? Одновременно. Друг другу фистинг. Так-то.